Приветствую всех! Сегодня будет короткое, но очень полезное видео. Сейчас буду комментировать свою торговлю. Итак, одну сделку поставил, вторую поставил. Сейчас произойдет еще просадочка, я поставлю третью сделку. Вот, ставлю третью сделку и теперь буду вам комментировать, почему я именно так вошел в сигнал. Итак, смотрим. Видите, был уровень. Два раза уровень не пробит. Одно касание, чередование свечей. Видите, второе касание, чередование свечей. И уровень не был пробит. Это отличный признак, что сейчас будет разворот тренда. Итак, вот вы видите первый уровень. И я уже зашел как бы от второго такого уровня, такой мини-уровень. Там у нас свечи по одной минуте, здесь у нас свечи. Здесь у нас свечи по 15 секунд. Видите, была тенденция. График уже от главного уровня отбился, пошло повышение, просадка, повышение, просадка, опять повышение, опять просадка. То есть цена никак не может, то есть опуститься не может. Это хороший признак того, что произойдет повышение. И вот на третьей вот точке, видите, я вошел на 5 минут на повышение на 30 тысяч рублей. Вот так вот я прокомментировал свой сигнал. Торгую я сейчас на эфириуме, эфириум доллар. Торговля на выходных. Очень понравилось, что наконец-то Олимп ввел уже криптовалюты и можно смело торговать на выходных. Биткоин, лайткоин, эфириум. Это очень круто. Правда, сейчас видите всего лишь 70%. У меня VIP-счет, не знаю как у вас, сколько процентов, но думаю, в будущем сделают и 80, и 90, и уже можно будет торговать, можно будет отлично зарабатывать именно на выходных. Вот такое вот видео. Надеюсь, суть поняли, да? Первое пробитие не произошло, второе пробитие не произошло. Сразу же я в сделку не входил, подождал еще вот таких вот тенденций и уже понял, что точно пробитие не произойдет, произойдет повышение, и уже вошел, на повышение. И получилось заработать за 5 минут 3 на 7, 21 тысячу. Отличный результат. Ставьте лайки, народ. С вами был Рэпер Трейдер. Всем удачной торговли. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.